На связи. То же самое. Догоняй. Помогай. Все. Пошли и дальше стали. Прости, помоги, спасибо. Пойдет. Встали, Света. Я. Пойдет, Илья, пойдет. Почетче просто, чтобы мяч тебе на руки попал, тогда будет направление хорошее. Не четко на руки мяч попадает. Хорошо. Хорош, пойдет. Молодцы, хорошо. Чуть не попал, ничего страшного. Чуть больше добавишь лед, то будет хорошо. Хотя бы чтобы у тебя, чтобы я видел, что у тебя есть идея, да? Ну, Света попросила, поэтому когда я уже пасую. Успеваете? Значит, раньше надо. Я сразу упал. Подруг, ты ему сказал. Подруг. Нет, я понимала, что я не успею спать. Я. Не знаю почему, но вот честно, я бы тебе порекомендовал дома заниматься вот этим делом, вот этим. И вот делать 100 раз в день. У тебя вот, смотри, руки запаздывают, смотри. То есть они у тебя начинают движение позже намного. Вот смотри, вовремя, вот смотри, позже. То есть ты с правой ногой сначала их вперед ведешь. Вот в этом ошибка. Когда я тут сидишь, идешь? Да. И на тележке. Вот на тележке. В магазин заходишь вот так. На! Дверь на себя открывается. Хорош, достали, молодцы. Хорошо. Почему руки вот в этом моменте у тебя не собраны и расслаблены? Это твоя основная часть, которой ты принимаешь мяч. То есть это твоя платформа, площадка, от которого мяч будет отскакивать. Они у тебя развалены, согнутые. Руки раньше выставить, спокойно, плавно встанет. Не в последний момент руки подставляй. Ставь уже. Напрягай пальцы, напрягай руку, напрягай кисть. Я! Давай, ручка! Спасибо. Все, спокойно. Спасибо. Я. Мой косяк. Говори.
Я пришел с прямой рукой и ударил. И это чик сбоку меча, поэтому он тебя туда улетел. Я сбоку ударил, потому что я по этому ударил, уже понял, что херню сделал. Ну, оно, видишь, передача низкая, поэтому ты не успел подстроиться. Да, чуть на левое плечо закинул. Помогай. От сетки играй, не бойся, от сетки. Это хорошая практика и в игре. Не бросаешь, а для сама для себя играешь от сетки. То есть что нужно? Ты увидела, то есть по тебе даже было видно бы, да? Ты увидела, что он летит на сетку, вот тут мешок. Понимаешь, да? То есть было бы видно, а ты, получается, поняла уже, и он тебе в руку попал, он уже бросил. Не бросай. Не бросай, пытайся в любом случае учись. Я. Я. Все, отвела, отвела передачу, помогай, исправляй. Обманул всех. Все, 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 тоже спутал. Поехали. Ну да. Давай. Успевают еще поматериться там, а? Пока бегут. Прыгать. Надо было прыгать, Илья. Надо было прыгать и мячик на мою сторону. Краб. То есть также, когда вы выходите пасовать, оцениваете мяч. У вас в запасе должен быть не только пас. Я понимаю. Понятно, что задание сыграть так. Но и нас так учили. Если мячик не играет туда, как ты его от сетки куда сыграешь? Все, ты видишь, что он летит на сетку. Это ваша реакция. Быстрота принятия решения. Это очень важное качество. Поехали. Помогай. Хороший пас. Я! Кричи тогда, Свет. Кричи тогда я. Это игровая дисциплина. Он обозначил, ты нет. Ты услышала я и бросила. Не бросай. Помогай. Молодец. Помогай, помогай, помогай. Все, умничка, хорошо. Сложный мяч, если она стояла. Да, 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 я очень далеко все делаю. Мне хочу построиться. Скончились. Очень умею. Пошли. Это, вот, смотри, какая, из-за чего ошибка? Мяч, по сути, летит. Ты вот так, да, раз, и вот здесь его принимаешь. Спокойно к нему шаги, спокойно. Вы чуть-чуть центр тяжести неправильно смещаете и не можете вперед шагнуть. Пойдет. Вот смотри на мои руки. Смотри, летит мяч. Смотри, как ты принимаешь. Последний момент. Если ты это изменишь, у тебя другое качество будет и паса, и приема. Понимаешь, да, о чем я говорю? Ты руки выпрямляешь под мячом прям в самый последний момент. Он к тебе летит, уже руки должны быть прямые, если ты выходишь из той кожи. Два дня мне тут пело, а потом как вспомнила, что нужно вот так поворачивать, получается, я не приема. Я так вспомнила. Потому что руки, вот то же самое опять же. Вот то же самое опять. Если тебе кажется, что ты руки раньше готовишь, нет. Ты не готовишь их раньше. Ты вроде их достаешь, но вот это делаешь в последний момент. То есть вот он подлетает. Да, даже сейчас. Нет, так не стой. Вот он летит к тебе на полпути. Собери руки на полпути уже, мяча к тебе.
Да, да, Света, да. А вот сейчас, первое касание у тебя, вот идеально большая разница первого касания и второго. Первое то, что я тебя просил, второе то, что ты делаешь всегда. Раньше руки. Да. Раньше руки. Да. Все, только мяч попал на изгиб. Прыгай. Все равно прыгай. Все равно прыгай. Мяч просто попал тебе на изгиб, но руки были вот там. Раньше собраны. Собирай. Херня полная. Да. Снизу рука пошла. Пас низкий, поэтому ничего не успел сделать. Я и руку в кармане до Давай. Ну, по сути, даже так лучше получилось. Если бы ты назад паснула дальше, он бы не успел, потому что он в последний момент это сказал. И сам не успевал сюда. Давай! Гол фикстанга. Подними мяч. Все. Близко вышла к мячу. Ты практически бицулями пасуешь. Да. Ты что, говорит, бицепс качаешь? Дай ему пас. Ручки собери, ты уже стоишь так. Собери ручки, ты уже стоишь и держи наклон. Все равно близко. Я откуда брал? А я откуда, ты видел? У меня сложнее было, нет у меня. Шире. Вот смотри, ты стоишь, смотри, вот под мячом ты стоишь. А должна вот так стоять под мячом. И вот так подняться. Когда вот это у тебя будет, вот это, тогда будет пас вообще шикарный. А у тебя вот такой. И руки смотри, как. Последний момент. Есть, на передней ноге. Да, правильно. Центр тяжести на ноге, которая впереди. Давай! Почти. Ну попросил же шире, а сам пошел узко. А, нет, я не пошел. Пошел. Можно посмотреть? Потом вот... Прямо сейчас это ногу. Вот этот момент надо посмотреть потом. Пошел узко, а сам попросил я шире. Я не пошел узко, я сблизился, чтобы потом прямо выйти. А ты потом попятился назад, когда она пошла? Попятился назад, потому что он оказался низким и по дуге. И у меня не было времени на прыжок уже. Я тебе покажу.
Ой, хороший. Хороший. А снизу. Да. Да. Чуть накрыл бы его, вообще хорошо было. Пауза небольшая. Вот просто прям погоди. Смотрите, что сейчас нужно будет сделать. Такое упражнение на...